Кровавая резня в Ленинском районе. Муж решил убить своего ребенка, жену и родителей жены. Частично это ему удалось. Тут 2 ножевых ранения в горло. Дочка-то успела забежать во двор, а мама не успела. Он ее прямо на улице зарезал. У папы тоже ранение в шею, в живот. Папа, который дедушка, вернее, он заслонял, наверное, ребенка. Вот, поэтому и ребенку досталось вскользь. Только плакал так немножко. Говорил, что ей больно. Подробности трагедии сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.